Израильских детей лишат летнего отдыха путем сокращения каникул. Аналитический отдел Банка Израиля предложил сбалансировать каникулярный период с количеством отпускных дней их родителей. Специалисты предлагают сократить учебную неделю с 6 до 5 дней без продления часов учебы, но с сокращением количества праздничных дней и продолжительности каникул, которые длятся сегодня 2 месяца. Для семей, в которых в пятницу работают оба родителя, предлагают создать субсидируемые государством пятничники, где педагоги будут организовывать досуг. We'll be right back.